Всем привет, канал в поисках клада золота и сокровищ от Викринга. Значит, что, копаю в глухой чащобе, такие вот 200-300-летние сосны, огромнейшие просто. И что, сейчас есть такая ямочка у меня. Значит, что интересно, вот такой выкопал, смотрите, кусочек, вот такой вот он. И что интересно, что он у нас... звенит. Ну что, будем в прямом эфире смотреть, что тут у нас. Аж самому интересно. А вдруг золотишко, ребятушки? Сейчас смотрим. Нет. Да, в этом все-таки здесь. В крупником. Потихонечку разламываем. Заглядываем, что там. Так. Упало. Надеюсь, что здесь. Да, здесь. Ага, ребятушки, смотрите, какая красота. Сейчас, надеюсь, вам видно будет. Так, сейчас этот... Да, прям тут... Сейчас так на солнце стану на свет, чтобы было получше видно. Тут прям видно отпечаточек. Сейчас стану вот здесь на солнышко, чтобы вам показать. Так, что-то тут тоже как-то на солнышке не очень. Прошел хороший такой ливень, отлично сигналы идут. Не все показываю, потому что комары просто зажирают. Сегодня вышел сам. Прям отпечаток какой-то. Как трава какая-то странная. Прям так, а ну-ка. Не знаю, как. Вот так, наверное, получше будет. Да, точно. Вот прям отпечаточек в этом комке. Так, это 5 копеек. 1950 года. Всех прошу говорить, как я, полностью год, потому что человеку непонятно сказать 50-й. Не знаю, надеюсь, вам видно. Так, стоять, мой пятачок. Так, зачетненький пятачок. С этой стороны. Ну да, неплохого довольно-таки качество. Сохрана, точнее, песочно-лесной. Даже не буду тереть его. Поэтому давайте не переключаемся. Это же канал Викринг. В поисках сокровищ золота от Викринга. Давайте. Кто впервые на нашем канале, ставим лайки. Подписываемся на колокольчик. Ни в коем случае не переключаемся. Потому что это реально круто, ребята. Посмотрим, что тут еще может есть. Да, возможно, еще монета. Сейчас этот пятак убираю в сторонку. Сейчас проверим еще, может быть, что-то есть. Может быть, еще что-то. Может быть, кошелечек или какой-нибудь золотишко еще тут вместе с ним. Потеряно, сейчас посмотрим. Так. К сожалению, наверное, нет. Ребята, к сожалению, похоже, что... Непонятно. Сейчас на всякий случай еще раскопаюсь капельку, мало ли. Может быть, все-таки что-то еще есть. Вот так. Хотелось бы еще хотя бы мне 50-100 таких взять. Ну что, редкий год какой-то бы попался. Фу, комары зажирают, жира. Так, что-то похоже, что здесь все. Но все-таки негромко хочу сказать. Золото! Золото! Викринг, Викринг! Подписываемся, лайки, прям дальше. Не переключаемся, все только начинается. Будет неимоверно круто и интересно. Викринг, сокровище, поиски золота, бриллиантов. Лучшее видео только у нас на канале. Провокации, сенсации. Смотрите, ставьте лайки. Мы получили неимоверную премию. Охотники за сокровищами. Наш канал Викринг — это огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золото и бриллианты. Викринг — это золото, золото, золото! Конечно, привел папа на Клондайк,
Я, конечно, в восторге. Нашли серебряную ручку. Это первая находка в этом сезоне такого веса. И самое интересное то, что здесь это европейское серебро. Здесь видны надписи, английские буквы. В общем, это просто мечта. Мечта археолога. Я когда ехал, сегодня смотрел программу про поиски сокровищ. Ну, я где-то примерно что-то хотел найти похожее, потому что ну, такое найти очень тяжело. И мы сегодня вот прошли огромный порядка километра по вырытой местности. И вот, наконец-то, папа послушал сына, я начал работать возле него и нашел то, что мы так долго искали. Поэтому я реально в восторге. Вот он так выглядит. Это ручечка с под ножа серебряная. Вот эти инициалы. Клондайк. Работаем дальше. Всем привет, ребята. Викинг. -25. Идет снег. Мы в лесу. Больше 20, смотрите, сантиметров снега. Сейчас проехали, вот пробили первую дорогу. Викинг, ребятушки, это всегда реальные раскопки, провокации, сенсации. И вчера просили коллеги, ребята, друзья, подписчики, куда делась подкова. Вы знаете, что несколько подков мы уже продали. Они очень дорогие штукенцы. Попросили, чтобы я ее опять... Наша команда брала ее с собой, потому что она приносит больше успеха, больше находок. Хотел ее поцеловать, вот так, но не могу, потому что она тогда привесится сюда и будет висеть просто у меня на моем теле, потому что колоссальный огромный мороз. Снег, ребятушки, песок весь замерзший. Будет реально круто, сенсационно, провокационно. Не переключаемся, смотрим, ставим лайки, подписываемся. Викинг, это золото, ребятушки, поперли. Профессор, сигнал. Да, ребята, сигнал, ну, наверное, даже не знаю, как мы в этом грунте. Тут и так дорога, он утрамбован. Еще плюс. Будем делать отметку, скорее всего, на карте. Мы здесь его просто не укопаем с тобой. Тут лед просто, смотри. Видишь, глянь. Надо идти туда, где чистый песок. Ребятушки, смотрите, реально лед. Тут вообще не укопать. Будем искать чистый песок без льда. Пошли туда вот. С дороги идем в сторону. Давайте, ребята, колоссальный снег. Неимоверные приключения. Давайте, ребятушки, только начинаются. Погнали дальше. Погнали дальше, поперли. Сюда иди вперед, чтобы этот... Иду. Был, чтобы туда... Идем сейчас... На бугры, ребятушки. Экстрасенс сказала, что там будут неимоверные артефакты и находки. Поэтому прием за нами. Будет интересно, сенсационно и провокационно. Так, еще, блин, еще сигнал. Ну ты понимаешь, тут лед идет, мы его не выкопаем тоже. Да, нужно идти на песок. Надо идти на песок, здесь тут лед. Отходить от дороги. Да, сейчас сюда выйдем, ребята, на бугры. Тут очень много сигналов. Все, как мы и говорили. Кума, меня снимай, кого ты там снимаешь? Снимаю. Слушай, не забывай. Да. Так, команда викингов, ребятушки, прет вперед. И еще не забывайте, мы сейчас... В наших стримах читаем неимоверный рэп. Написали новых две песни, называются «Мы короли». Это очень круто. Это ее, ребятушки. Сделаем сейчас свой музыкальный канал. Думаю, через 2-3 месяца выйдет наш новый альбом. Йо, мы короли, так его и назовем. Гляньте, ребята, сколько снега, кобздец просто. Только что был неплохой сигнал, а не идет, да. Так, сигнальчик пошел. Сигнальчик. Профессор и доктор Викинги в новых приключениях. Тут снега больше 30 сантиметров, ребята. Вот это да. Кстати, хороший сигнал идет, ребятушки. Так. Поперли, ребята. Поехали, пошла жара. Копаем. Копаем, ребятушки. Опа. Фу, так, ребята. Ребята, снег по колено, а мы в лесу. -20. Есть, ребятушки, сигнальчик. Копаем. Вперед, викинги, не переключаемся. Ну, давайте, золотишко. Сейчас будем так, раскапывать, ну что, смотреть. Сигнальчик будет идет. Очень интересно, поперли. Отлично, поехали. Так, что, уверенный сигнал. Да, ребятушки. Это сенсация. Тут тоже сигнал, кстати, идет. Еще один? Ребята, два сигнала. Вот это да. Вот это мы прем. Да, ребятушки, это вам... Нет. Так, что там у нас? Сейчас, ребятушки, надо раскапываться немножко шире. Мне неудобно, просто надо куда-то прибор поставить сейчас. Вот так. Сейчас я, ребятушки, раскопаюсь. Тут очень много снега. Поперли. Ну как? Так, что это? Какой-то мусор.
мусор убираем. Но это не то, что мы ищем. Так. Так, это что, профессор? Какой-то артефакт. Тяжело даже сказать, что это. Что это, непонятно. Ага. Сейчас возьму, прозвоню. Какая-то жужелка идет. Не жужелка, какой-то уголь, что ли, что-то горело. Сейчас возьму, прозвоню. Прибор. Что-то тут есть. Интересное, видишь? Ну, как мы и говорим, около дороги всегда очень много интересных находок. Около старинных трактов. Странно. Так, что, пропал сигнал? Это вроде, вроде есть. Понятно сейчас. Сейчас. Угу. Сейчас проверим, непонятно. Что-то работаем такое... в экстремальных условиях. Это снимаем для вас, ребята. То пищает, то пищит, то не пищит. Сейчас проверим. Выкопали. Есть. Что выкопали, ребяточки? Сейчас. Не забывайте, возьмем. Что техника может и отказывать по такому морозу. Да, не, у нас все нормально, работает, слава богу. Сейчас проверим, слава что богу, это. Работает. О, четкий сигнал. Сейчас возьму ножик, посмотрю, чтобы не разрубить. Потому что звенит хорошо, четенько. Может быть, золотишко какое-то даже, ребятушки. Сейчас. Сейчас кисточка и ножичек. Ладно, возьмем пока мисс лопатку. Проверим. Так и работаем. Руки мерзнут. Ес, кумы, вот. Что? Что, что не вижу? Вот, ес. Что? Вот. Сейчас достаю. Видишь? Вижу, ну, что-то такое, но это не золотое что-то. Сейчас. Сейчас, ребятушки. Так. Ребята, честно, еще сам не пойму. Ес, 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 перстень. Что? Перстень, ес. Перстень, да, ребята, да. Ес, да. Ес, 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 золото, золото, золото. Ну не совсем золото, ну тоже круто. Ну на вес золота, я да, бы так сказал. Да, и так встань сюда, чтобы мне было так, видно, покрытого немерного дерева. Под дерево, видно, был спрятан. Да, ребятушки, это вам не труселя в шубу заправлять. Отличненько. Посмотри, его, видно, в бою смяли. Видно? Так, хочу со всех сторон его показать. Пальцы просто замерзают. Ага, поэтому... да, видно, видно. Он такой сплющенный какой-то вообще. Его видно... Здесь рисунок, кстати, ребятушки, на нем идет. Так. А ну-ка покажи, видно? Так, я сейчас приближаю. Думаю, фокусировочка идет, пошла. Да, так, и отличненько. Профессор, ну навскидочку, что, что? Вещь старинная, вижу да. сразу. Наверное, Киевская Русь, ребятушки. Какой-нибудь князь сделал себе. Тут как, знаешь, такое, как солнце, что ли, изображено. Но кто знает, подскажите, что это за символ. Так, давайте покажем, ребята, ждем ваших комментариев. Ну реально, смотрите, старинная здесь, вещь. Уважаемые зрители, здесь идут такие насечки классные. Видно, что он был в бою смят. Видно, здесь была возле дороги какая-то. Не двигайте, пожалуйста. А, извиняюсь. Так, ну, покажите на вот его сюда, на свет. Ага, отличненько. Мы его так сейчас приблизим. Ага, отличненько. Теперь по другим углом, пожалуйста. Вот так еще. Ага. Вот так? Да, отлично. Хорошо, так, ну, такая серьезная вещичка, я смотрю. Ребята, это неимоверно классный, крутейший артефакт. Самое главное, что Викринг копает в январе 2017 года, пока все остальные ждут, когда же наступит весна, вылезет травка. Мы по морозам долбаем холодную почву, ищем для вас вот такие неимоверные, крутейшие сенсации. Провокации, артефакты и делаем реальные открытия. Поэтому давайте, смотрел канал Викринг, поперли вперед дальше. Профессор, как думаете, сколько лет? Тысяча, ну, полторы? Я думаю, что да, может 1000, может даже 1100. А где-то так, да? Ну, думаю, да, думаю, что тысяченочка есть. По цене сейчас сказать сложно, в принципе. Не, ну ты знаешь, мы по цене всегда говорим, для нас по цене сказать, конечно же, не сложно. Но я думаю, что 1015 евриков стоит. Отличненько. Работаем дальше. Да, местечко неплохое здесь, в принципе. Сейчас решили прозвонить рядышком с нашей находочкой. Может быть, какие-то еще интересные вещички залежались. Сейчас я здесь закопаю эту яму. Так, решили здесь немножечко вот. Вы знаете, под корнями частенько мы что-то находим. Бывают разные находочки. Поэтому здесь решили обследовать этот корень сегодня с профессором. Доктор, есть сигнал. Так, где? Сейчас, да, я передохну 2 секундочки. Нашел сигнал, не знаю, как-то буду сейчас залазить.
Сейчас покажу вам, ребята, смотрите. Ребята, очень старое дерево поваленное, около трактора. В него попала молния, скорее всего. Да. Вот тут в корнях идет сигнал. Может быть, золотишко даже закладуха. Так, будем работать сейчас под этим корнем. Будем раскапываться. Профессор, будем копать. Так, сейчас я сделаю такой, смотри. Да вход. То, что неудобно получается. Ребята, очень много снега намело. Расчищаю сейчас. Так, чтобы туда был входик небольшой такой, лаз. Ну что, ребята, посмотрим, что у нас тут. А замерзший, кстати, глянь. Угу. Так. В первую очередь мы расчищаем от снега, а потом опять прозваниваем прибором. Так, смотрим, что нам тут мешает, ребята. Вот это нам мешает. Убираем лишние корни. Лишние убрали, смотрите, вот так расчистили. Такой сразу мастер-класс. Так, смотрите, расчистили. Для начинающих археологов. Да, кстати, ребята, не забывайте, по такому морозу катушка должна быть обязательно закрыта. И от снега, и от холода. Оно прям в корнях. Я, видишь, думал, что оно туда уходит. Так. Ну хоть хорошо. Нужен топор. Там мы сейчас так расчистим. Если что, сходим в машину. У нас в машине топор лежит. Я сейчас возьму нож. Да, может, в принципе, даже... Да, ножик возьму. Так, и расчищаем, ребята, смотрим, что это за артефакт. Думаем, что какое-то золотишко здесь. Со снег кто-то спрятал. А, вот вижу. Что? Сейчас. Не знаю, не вижу, что это еще. Сейчас. Так, ребята, достаем, достаем. Глянь. Ага. Посмотрите, ребятушки, интересно. Пуля? Не, не пуля. Это гильза. А, с надписями, глянь. Глянь, ребятушки, с надписями. Сейчас проверим. Это какой-то кусочек, не знаю. Немец, наверное, какой-то необычный. Таких еще не находил. А, не, не немец. Тульский. Тульский завод, 20-й калибр. 20-ка, ну не знаю, это на 20-ку не похоже. Может быть, кстати, лет 200 назад такой и был 20-й, понял? Ага. Видно, сейчас давай покажу вот так надпись Тульский. Вот. Тульский. Вот Т-У. Ага. Видно или не видно? Ну, я думаю, видно. Вот 20-ка здесь стоит. Вот написано Тульский З, Тульский завод. Прикольно. Фу, ребяточки, тут такое интересное местечко. Ну, я не знаю, я таких еще никогда не находил. Кто в теме, пожалуйста, напишите, что это за гильза, от какого... Сейчас прочистим ее. От какого оружия, что это? Ружье, скорее всего, какое-то, да, от ружья получится. 20-й калибр – это оружие. Ну что, коллеги, вот такие классные артефакты сегодня идут. Срывается снег, мороз уже очень сильный. Кто не верит, смотрите на мой пар со рта. Кто рассказывает, у вас пар со рта нет, еще и как идет. Давайте лайки, подписка, комментарии и вебмани жертвуем на новые экспедиции. Поправили дальше.